Здравствуйте, друзья! В эфире проект «Регрессии. Открытие возможностей. Результаты». Канал ТВ «Пробуждение» продолжает делиться с вами интересными и познавательными фрагментами регрессионных сессий. Сегодня мы впервые представляем вашему вниманию фрагмент не терапевтической, а исследовательской сессии. Такие сеансы проводятся с опытными регрессантами, легко погружающимися в состояние глубокого транса. На уровне высшего «я», как известно, можно получить ответы на все вопросы. Ну, или почти на все. Иногда информация по тем или иным причинам бывает закрыта. Регрессантку забросило на некую планету, название которой на человеческом языке звучало как Персей. Вернее, ее туда пригласили, и там ей довелось пообщаться с разными существами, в том числе местным предводителем, который, как выяснилось, до этого долгое время куролесил на нашей земле. Смотрим. Смотрю сейчас себя со стороны, как тело прозрачное. В правой руке, начиная от кисти до плеча, 7-8 каких-то штучек на чипы похожи, не высвечиваются. Какого цвета? Какие-то непрозрачные, темные. На что похоже? Такие, как уголочки. 50 под 90 градусов. Прямо под кожей. Давай сейчас появится ответственность за эти чипы. Кто их установил? Ну, вот товарищи, они мне вот только что сейчас воткнули по ходу дела, пока они там мне красоты свои показывали. Это только что, вот буквально вот сейчас. Так, хорошо, давай сейчас мы вызовем ответственного, он появится перед тобой. 1, 2, 3. Вот этот товарищ, который был. С кем я общалась, этот рептилоид с синим костюмом. Привет, рептилоид. Давай пообщаемся. Он не хочет, он отворачивается. Давай ему отдадим и пусть. Ну, важно, хочет он, не хочет. Он навязывался сказать, что... У меня боль сильная в руке. Давай, прикажи ему убрать. Да, давай забирай все, что ты поставил мне сейчас во время моего присутствия на вашей планете. Все подключки, все свою эту самую амуницию. Что он делает? Ну, просто конкретно выковыривает. Угу. Очень неприятно. Пусть так спешит, у нас нет времени. Пусть да, моментально да, все забирает. Забирает. Спроси, для чего он это делает? Ну, делал. Они не хотели меня отпускать. Почему? Потому что я хороший проводник. Любая исследовательская сессия, особенно включающая посещение иных миров и пространств, чревата последствиями, которые вы только что могли наблюдать. Далеко не все существа и сущности настроены к людям благожелательно. Некоторые только и ждут возможности, чтобы урвать свой кусок, получить энергию, информацию или что-то еще. Поэтому во время таких экспедиций нужно быть всегда настороже. И впоследствии желательно проверить, не появилось ли каких-то несанкционированных подключек или подселений. Друзья, спасибо вам за то, что вы идете с нами одним путем. Ставьте лайки и комментарии под этим видео. Делитесь им с друзьями, ведь чем больше людей понимают, как в действительности устроен мир, тем выше будет наш общий уровень осознанности. И тем быстрее мы перейдем на следующий уровень развития. Будем вам также признательны за любую, даже самую для вас незначительную финансовую поддержку. Наш проект является полностью некоммерческим и создан исключительно в целях просвещения. Удачи вам! И до встречи в регрессии, друзья!